В зале попечительского совета под руководством ректора Ильшата Гафурова прошло очередное заседание ученого совета Казанского федерального университета. Все подробности далее. Традиционно заседание началось с награждения отличившихся сотрудников университета ведомственными и правительственными наградами Российской Федерации и Республики Татарстан. Мавлюдовой Лейле Усмановне. Далее члены совета тщательно рассмотрели кандидатуры на замещение должностей деканов высших школ, являющихся структурными подразделениями институтов и заведующих кафедрами. Каждому претенденту председатель ученого совета Ильшат Гафуров предложил представить свое видение, каким образом деятельность подразделения будет способствовать дальнейшему развитию университета и укладываться в общую концепцию новой программы стратегического лидерства «Приоритет-2030». Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что центром ответственности, скорее всего, станет именно ваша высшая школа за подготовку иностранных студентов, факультета дополнительного образования. После участники заседания рассмотрели вопросы, связанные с конкурсным отбором претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, представлением к присвоению ученых званий, а также выдачей дипломов доктора наук и кандидата наук. Коллеги, какие есть вопросы к докладчику? Если вопросов нет, ставлю на голосование, кто за то, чтобы утвердить данную работу. Против? Воздержались? Единогласно. Спасибо большое. В блоке «Разные» проректор по научной деятельности Данис Нургалиев вынес на утверждение основные научные направления Казанского федерального университета на 2021-2025 годы. Кроме того, ученый совет проголосовал за создание в организационной структуре КФУ медико-санитарной части по стоматологии и эстетической медицине и учебно-производственного центра по изучению биоразнообразия. Отдельно члены совета утвердили создание единого центра управления музеями КФУ, дирекции музеев Казанского университета. В завершении были рассмотрены кандидатуры, представленные к присвоению почетных званий: заслуженный юрист Республики Татарстан и заслуженный деятель науки Республики Татарстан. Энджи Минибаева, Виолетта Басова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.